зовут Александр, и я преподаю гитару. И как частный репетитор, и посредством своих видеоуроков через интернет. Так как мы с вами встретились на этой страничке, то это говорит, скорее всего, о том, что вы хотите научиться играть на гитаре. И если вы думаете, что научиться на гитаре сложно, и на это могут потребоваться годы, то вы очень ошибаетесь. На самом деле гитару освоить просто, и можно это сделать достаточно быстро. Чтобы показать это на практике, я решил сделать вот что. Я выбрал 5, на мой взгляд, наиболее часто встречающихся проблем, с которыми сталкиваются начинающие гитаристы. И по каждой из этих проблем я записал отдельный видеоурок. Первый видеоурок – это относительно барре. Приема барре, с которым многие, кстати, испытывают трудности. И если у вас болит палец, когда вы пытаетесь взять барре или дребезжат струны, то, просмотрев этот видеоурок, вы избавитесь от этих проблем раз и навсегда. Второй урок я записал относительно аккордов. Многие начинающие гитаристы не совсем правильно берут многие аккорды. И для того, чтобы научить вас, как лучше всего делать переход от одного аккорда к другому аккорду, я записал этот второй урок. Третий урок, он посвящен такой теме, как перебор. Музыканты называют этот прием еще арпеджио. Этот прием относится к тому, когда вы играете, поочередно переставляя пальцы правой руки по разным струнам. Вот это вот называется перебор. Переборов существует огромное количество. Очень многие произведения на гитаре построены именно на этом приеме. Третий урок посвящен приему перебора, и вы научитесь играть перебор, посмотрев этот урок. Четвертый урок я посвятил такой теме, которая не безразлична очень многим музыкантам. Это как вы сами догадались, бой. Мы рассматриваем в четвертом уроке, как играть на гитаре бой. И пятый урок, в пятом уроке я раскрываю секрет о том, как движением, маленьким движением правой руки, буквально за мгновение можно изменить тембр гитары. Чтобы посмотреть все эти уроки, а это получается такой небольшой обучающий курс, видеокурс по игре на гитаре, я предлагаю вам ввести внизу, вот здесь вот под этим видео, в окошке ваше имя и адрес электронной почты, который вы регулярно проверяйте. И к вам на почту в ответном письме обязательно придет курс, как научиться играть на гитаре, вот, состоящий из 5 видеоуроков. Кстати, не забудьте подтвердить подписку, когда вы заполните свои данные, иначе просто-напросто этот обучающий курс до вас не дойдет. Ну что, вводите свои данные прямо сейчас, подтверждайте подписку и скачивайте видеокурс с 5 уроками. Встретимся на уроках. Пока!